ранку створюємо гарний настрій кожного дня. І сьогодні пропонуємо почати ваш день з аеробного навантаження. Ольга Степіна сьогодні покаже нам комплекс справ, які допоможуть вам почуватись бадьоро. І ви сьогодні покажете нам секрет стрункості нашого тіла. З чого почнемо? Начнемо з розмінки і будемо розвивати гибкость. Основа – это развитие в подвижности суставов и достижение эластичности связок и мышц. Ну что, приступим? Палиця? Якщо немає палиці, можна Если ще нету взяти. Палочки, можна использовать любые подручные средства, а это, например, полотенце, можна взять какую-то резинку. Задача – палочку прокрутить с прямыми локтями и возвращаем в исходное положение. И медленно вытягиваемся вперед. Вытягиваемся вперед и возвращаем в исходное положение. Чем уже палочку обхватываем, тем больше прорабатываем подвижность в плечевых суставах. А так чувствуется. Чувствуете, да? Так. Тянет, да? Особенно и еще грудную мышцу растягивает. Ощущение есть? Так, ощущение так. Это значит, мы все правильно делаем. Так. Сколько раз? 20 раз. Назад и в исходное положение засчитывается за один раз. Хорошо. Закончили. Так, положили палочку. Так, теперь круговые вращения руками вперед. 20 круговых вращений. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То же самое назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, тринадцать, четырнадцать. Закончили. А теперь для координации правая рука вперед, а левая назад. И набираем скорость. Вот, молодец. Хорошо. Теперь то же самое. Левая вперед, а правая назад. И. Хорошо. С ловкостью у вас все хорошо. Теперь прорабатываем локти. Все части тела нужно максимально разогреть. Руки вытянули. Круговые вращения руками. 20 раз. Хорошо. Стоп. Теперь вовнутрь. А теперь правая вперед. Вовнутрь. А левая наружу. Вот тоже такой вот микс, да. Хорошо. Теперь то же самое, только в другую сторону. Левая, правая наружу, а левая вовнутрь. Выполняем круговые вращения корпуса. Это упражнение необходимо выполнять перед тем, как делать мост. Нужно обязательно хорошо размять спину. Поэтому выполняем медленно, наклоняясь в каждую сторону, как можно ниже. Голову не отклоняем назад, то есть нос впереди. Взгляд направлен вперед. И выполняем таких 10 круговых вращений. Стараемся наклоняться как можно ниже. Хорошо, мягенько. Прогибаемся в поясничке. У вас гибкая поясница? Мостик. Мостик, я думаю, будет получаться хорошо. Так, в другую сторону. Хорошо. Как ощущения? Ощущения. У меня руки болят. Я думаю, ще по 20 разів, так одразу, але це того. Я так думаю. Отлично, закончили. Так, теперь будем выполнять упражнение раскручивания тазобедренных суставов. Ручки положили на талию и вращаем бедрами. Делаем 15 круговых вращений, только двигаются бедра, только бедра. Вот. Да, да, у вас очень красиво получается. То есть ножки на месте, а таз отдельно. Вот одно движение тазом. Угу. Хорошо. И в другую сторону. Колено ровно так? Да.
Ну как, можно чуть-чуть их пересгибать, да. Так, чтобы было удобно. Главное, чтобы таз двигался правильно. Закончили. Хорошо. Ручки кладем на коленки и делаем круговые вращения вовнутрь коленками. Ручки на коленки положили. И круговые вращения. Стопы стоят, не отрываясь от пола. Устойчиво 20 вращений. Двигаются, то есть чувствуем, как разминается колено. То есть четко двигается только коленка. Угу. Слегка можно надавливать ладошками на ножку, как скручиваем. Якщо трещать коліна, про що це може свідчити? Это значит, что у вас все в порядке, что вы ничем не больны. Главное, чтобы не было никаких болевых ощущений. То есть, если вы чувствуете где-то какой-то дискомфорт, то, безусловно, следует обратиться к врачу. А так, все мы люди, у всех что-то похрустывает, поэтому не думаю, что это что-то такое серьезное. Ручки на коленки и круговые вращения вправо 15 раз. Продолжаем раскручивать колени. Прежде чем, как вы начинаете выполнять упражнения на проработку ног, необходимо хорошо размять колени. Теперь выполняем интересное упражнение, которое называется мельничка. Сейчас у нас, конечно, волосы будут развиваться. Руки поднимаем. Так, опускаемся корпусом. Правая ручка касается левой ножки носочка, а левая ручка касается правой ножки. И выполняем в ускоренном темпе. Голову разворачиваем за рукой, которая идет вверх. Выполняем 20 раз. Вы прям касаетесь носочка. Вижу, я сказала. Гибкая, молодец. Даже если не получается у зрителя наклониться до ножки, ничего страшного. Можно даже выполнять не касаясь. Главное правильно задавать направление. То есть, чтобы было вращение корпуса. Можно вот. Выполнять вот так. Сейчас нам нужно будет снять обувь, потому что мы опустимся на попу и будем делать наклоны. Разводим ножки как можно шире, на максимальную ширину, как у вас получается. Коленки прижимаем к полу, носочек оттягиваем, пальчики смотрят в пол. Да, вот красивые линии. Коленки прижали. И сейчас будем выполнять наклоны вперед. Задача вытягиваться корпусом максимально вперед, чтобы положить животик и грудь на пол. У вас великолепная растяжка, я смотрю. И делаем так 10 наклонов. Раз, вытягиваемся. Два, три, хорошо. Четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Если у зрителей не получается наклониться так, как наклоняетесь вы, ничего страшного. Главное правильно вытягиваться корпусом, и рано или поздно наклон будет становиться все ниже и ниже. Не поспешать, главное. Конечно. Главное, чтобы не было никаких резких движений. Все постепенно и плавно, во избежание травм. Але якщо боляче, то краще не робити. Останавливаться, да. Можна, допустим, акцентувати внимание на том, по ощущениям боли. То есть у нас є 10 балів, і ощущення болі должно достигати 8 і не більше. Угу. Вот, якщо по 10 балів, да. Трошки треба відчувати біль, прислушуватися к себе. Без того ж ніяк не розтягнеться. Конечно. Но главное делать это регулярно. Итак, теперь наклоняемся на правую ножку. Стараемся вытягиваться корпусом максимально вперед. Коленка от пола не отрываем. И выполняем 10 наклонов. Наклоняемся к правой ножке. Вытягиваемся максимально вперед. Задача грудь положить на коленка. Также можем обхватить ножку за стопу и прижимать себя к ножке как можно ниже. Вот так
Хорошо, молодец. Теперь на другую. Да? Да. Прижимаем коленко к полу. Стараемся, чтобы оно полностью прилегало к опоре. Сейчас будем выполнять наклоны с ножками вместе. Коленки к полу прижимаем, носочки оттягиваем. И выполняем 10 наклонов вперед. Стараемся ладошками дотронуться за носочки. За носочки. Выполняем 10 наклонов. Коленки от пола не отрываем. 10 похлопываний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, молодец. Хорошо так получилось. Тянет. Чувствуете, как растягивается под коленком задняя поверхность бедра. Растягиваются и мязы, ось ити. Икроножные, связки под коленом и бицепс бедра. Все растягнено у нас будет. Конечно. Нишки, ручки. А для девушки это ж как здорово. Это дуже важно. И очень полезно. Сейчас выполняем этот же наклон, только с удержанием на 10 счетов. Обхватываем руками стопы и прижимаемся в складочку как можно ниже, как книжечка складываемся и удерживаем на 10 счетов. Хорошо. Необходимо выполнить таких наклонов 5 раз по 10 секунд. А в более усложненной форме можно стопы натягивать на себя вот так вот. И тогда настолько классно прорабатывается вся задняя поверхность ножки и наклониться вот так. Чувствуете ощущение? Зовсім інше. Тянет сильнее, верно? Так. Ну нічого, будемо намагатись зробити 3 рази полегшені і 2 ускладнені. Если вы выполните в более усложненном варианте, то с оттянутым носочком это будет легче простого. Попробуем. Тогда добре, тогда пробуем вот так. Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ну что, приступим к выполнению шпагатов. Так как мы уже хорошо разогрелись, становимся на коленки. Для новичков к выполнению шпагата можно приступать постепенно. Сейчас я расскажу и покажу как. Руки ставим с двух сторон и стараемся всаживаться как можно ниже легкими амплитудными движениями, легкими покачиваниями. Вы чувствуете какой-то дискомфорт, но ничего страшного, терпим. Все должно быть постепенно. И делаем легкими покачиваниями на 30 счетов. 30 секунд стараемся удерживать это положение. Хорошо. Если сложно удерживаться на руках, можно брать какие-то подставки. То есть это, допустим, могут быть какие-то подручные домашние средства. Можно книжки поставить с двух сторон. И удерживаясь на книжечках, вот представьте, что здесь книжечки, удерживаемся и стараемся всаживаться как можно ниже, упираясь ручками в опору. Не переживайте, если вы испытываете болевые ощущения, это нормально. Главное, чтобы предел вашей боли не достигал максимума. Что это значит? Если вы чувствуете режущие, острые ощущения, нужно останавливаться. Ощущение должно быть терпимым. Безусловно, нужно преодолевать сложности, стараться сесть ниже, но главное не перестараться, так как если вы получите травму, то очень долгий процесс восстановления растяжений и разрывов связок и мышц. Поэтому я за постепенность. Ми вже відчуваємо себе досить розтягнутими, зробили декілька видів шпагату і продовжуємо далі. Для новичков це упражнення виконується так. Ставимо руки, ноги розводимо, опускаємося до тої точки, коли ви можете терпіти і не відчувати острих болевих відчуттів. По 10-бальной шкале ощущения должны быть на 8 баллов. То есть положение должно быть для вас комфортным. Не должно быть резкой боли. Все постепенно. Удерживаем на 30 секунд. Плавными покачиваниями стараемся сесть как можно ниже. Вы можете брать опять же какую-то подставку к рукам, да? То есть чтобы руки были выше. Так вам будет удобней
себя удерживать. Стараемся сесть, терпим. И рано или поздно обязательно сядете в шпагат. Оля, ви нам пропонуєте ще щось зробити для повного розтягнення наших м'язів. Да, я сейчас предлагаю выполнить мостик для развития гибкости в спине. Ну что ж, ложимся на спинку. Пяточки ставим как можно ближе к ягодицам. Руки ставим с двух сторон возле плечей. Пальчики направлены в сторону плеча. Теперь ручками отжимаем себя от пола и поднимаемся наверх. Стараемся животиком вытягиваться в потолок. Локти прямые. Удерживаем это положение на 10 секунд. Переносим вес на руки. Опускаемся, подбородок прижимаем к груди и мягенько опускаемся на спинку. Оля, я вам дуже дякую за те, що ми сьогодні з вами пропрацювали увесь цей комплекс. Ми справді відчули себе розтягнутими. Я так точно. Я надеюсь, что мой комплекс для вас окажется полезным. И делая это регулярно, вы будете ощущать легкость и свободу в теле.